Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Друзья, поздравляю с выходом iOS 16.4. Сегодня мы с вами поговорим, как с автономностью, какие были нововведения, стоит ли накатывать и вообще все предосторожности, которые вам следует знать. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Же приступим к тому, что по автономности сразу скажу, все неоднозначно, очень даже есть хорошие результаты, показатели, но я сделаю спустя сутки, конкретно вам нужно сделать обзорчик для вас, точнее, чтобы вы понимали, насколько, где был прирост, а где осталось так же или, возможно, хуже. Но сейчас я вам расскажу и покажу, в принципе, как работает система и что у нас было нового. Давайте пробежимся по традиции, по всем бетам, то, что у нас добавили, и по факту, что у нас есть в релизе. То есть в первой бете у нас были добавлены новые эмодзи. В Safari теперь есть уведомления о тех приложениях, которые вы добавите в настройках для Safari, вы будете их получать. 5G добавили в Турции, ну и, конечно же, 5G работает очень скоростной интернет в Америке, там для операторов T-Mobile, там до 3 терабит доходит. Также предиктивный ввод для украинского и русского языков. Это у нас свайп русской и украинской клавиатуры. Поздравляю, наконец-то мы ее получили. Обновлено приложение подкасты и обновлено приложение CarPlay. Бета 2, бета 3, бета 4 у нас просто поправили баги, увеличена производительность и увеличена автономность. В RC версии добавили подавление шумов для звонков, как это было в есть FaceTime. То есть мы выбираем либо шумоподавление, чтобы было слышно именно вас, или выбираем более широкий спектр, чтобы дать объем звука, то, что происходит в вашей комнате. Ну и опять же поправили баги, производительность и улучшена автономность. Вот, в принципе, и все то, что добавили, друзья. Ну вот и все, друзья, я думаю, вы будете довольны, обязательно подпишитесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки полезные будут в описании под видео, в закрепленном комментарии. Подписка, лайк, комментарий, делимся видео, дальше больше, скоро увидимся.